что такое? Что, в чем проблема поцеловать мальчика? Целуйтесь уже! Вот ты бы меня, если что, поцеловала? Конечно. Я бы тебя поцеловала. Нет. Фу, натуралы! Я не могу это Десять. Папа, я не гей, папа! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И это второй выпуск шоу «Бутылочка». И сегодня со мной не только моя подруга Лиана, любимая. Так, а ну-ка, но кто еще? Но и чудесные новые участники. Я уже напряглась, знаете. Думаю, кто тут еще с нами на кровати? Какие активные ребята у нас сегодня, это меня прям очень радует. Ну и, соответственно, мы не продолжим, пока вы не подпишетесь на мой канал, поэтому да, давайте... Подождем! Секунд пять, наверное. Секунд пять. Да? Ребят, ну клевый канал, клевая Карина. Не для себя просто, дорогие, для нее. Ай, подпишитесь по-братски. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Ну, правила шоу. Да, правила шоу. Чтобы выиграть, ребятам нужно пройти 3 тура, в каждом из которых участники крутят бутылочку и целуются. Вначале просто чмокаются, но потом их ждут усложнения. Посмотрим, кто сможет дойти до конца и поцеловаться по-взрослому. И напоминаю правила первого тура для тех, кто забыл или для тех, кто не знает. Участники по очереди крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать. Для начала просто чмок в губы. Если участник отказывается от поцелуя, то он вылетает. Погнали! Кто первый крутит, выбирай. В ярко-рыжей балаклаве пускай будет парень. О-о-о, ну давай, давай. Крути нормально. Мальчики, ну это просто чмок, это даже не считается. А? Да, ну просто чмок. Просто чмок в первом туре. Давайте. Че, слышишь? Давай. Нет. Почему это не проходило? Представь, что это девочка. Хотя я не знаю, может, тебе нравится мальчик. Раз, два, три. Все, быстро, 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 быстро. Ребят, все. Быстро, 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 прям быстро сделайте. Продолжаем. Они вас не обманут. Ну почему девочки могут, а вы нет? Девочки нормально, девочки идеально просто. Молодцы. Да, кстати, вот я не понимаю. Крути. Вот ты бы меня, если что, поцеловала? Да, конечно. Я бы тебя поцеловала. В чем проблема, я не понимаю. Я тоже не понимаю. Парни такие стеснительные, ну, чересчур. Главное, когда не надо, знаешь? Да. Когда надо. Нет, она отодвинулась. Она сидела так, вот, видите? Отодвинулась. Хорошо, тихо. Ломаться нельзя. Голосуем. Кто голосует за то, что это розовая балаклава? Поднимите руку. Раз, два, три, четыре. Ну, большинство. Хорошо. Большинство. Какая солидарность, ребята. Все, большинство. Целуйтесь. Да у нас еще все на мой зим, братан. Карина, давайте. Че? Чудесные эмоции просто. Поехали. Там дальше жарко будет вообще. Так да, что погнали. Ребят, не переключайтесь. Реально будет круто. Хотя уже круто. Какие зайки, молодцы, как быстро идем. Дальше крутим. Итак. Чуваки, он же был сексуальным. Ну что, всех парней сегодня перецелуешь? Давай, целуйтесь. Давай, Нет, сжимать нельзя. Нет, да? Нельзя. Нельзя сжимать. Нельзя. У меня строение губ. Нет. А что в этом такого? Я не понимаю. В чем проблема поцеловать парня? Ну так вы же пришли на это шоу. Она правила скинули только здесь. Два. Два с половиной. Давай, все. Давай, быстро закрыл глаза и целуешь. Быстро. Раз, два, три. Не было! Не было! Не было! Еще пацаны!
Давай, ты целуешь его в шею, и мы засчитываем. Дай бог, вообще... Давай, можешь объяснять, как целовать? Шею. Просто взять и чмокнуть. Просто... Давай. Окей, было, да. Все. Было. Хорошо, давайте далее. Мальчик. Да, давай. Вот, молодцы. Хорошо, ладно, далее. Брат, это судьба, походу. Давай. Жалко, что Андрюши на Элса нет. Тебе уже вообще не впервой. Нет, они не поцеловались. Нет. Фу, натуралы. Нет, это не считается, ребят. Нормально, поцелуйтесь. Быстрее, поснимай камеру. Нет, не было. Не было. Давайте, ребят, было или не было сейчас? Было, было. Все, хорошо, ладно, было. Продолжаем. Забыла, но на меня будет. Ладно, тихо. Посмотри. Какой сегодня у нас суперский выпуск? Просто мальчики. Нет, мне кажется, может, раз было девочки. Я согласна. Давайте, ребят, смотрите, если вы сейчас не поцелуетесь, вы вылетите оба. Вылетаете. То один я вылетаю, то оба. Я согласна с Яной, кстати. Согласна? Полностью. Потому что они все уже, по-моему, дали миллион поблажек. Давайте. Но мне кажется, зрители, вы заходите на нас в комментариях, потому что мы сегодня слишком добрые. Смотрите, вы тянетесь друг к другу навстречу, вытягиваете губы и соприкасаетесь ими. Можно что-то? Давай с тобой, а? Слушай, ну я же не крутила. Она хотела сказать, я же гений. Я тоже слышал. Прости, мальчики, не в моем вкусе. Чуваки, берем за три щеки. А, все же, целуй. Все, быстро. Давай, раз. Давайте. Раз. А он так вот губы делает. Быстрее. Я не делаю, раз. Целуйте. Это было. Вот это я понимаю. Вот это нормально. Дай пять. Все. У меня есть эти готовые. Сегодня у нас там ЛГБТ-выпуск, знаешь, просто. Давайте. Раз, два, три. А вы как реагируете? Да, скажите, было. Там не было поцелуя? Там было, все нормально. Вы знаете, что такое поцелуй? Блядь! Ну, дальше, короче, не знаешь, короче, что в третьем раунде, что такое поцелуй. Ты понял? Окей. Так что продолжаем. Лучше не злить Карину. Поверьте мне на слово. Да, на втором раунде уже первый эмоциональный. На первом так говорю. Это девочка или мальчик? Это ты. Это девочка или мальчик? Непонятно. Я думаю, это мальчик. Мальчик в розовом. Мальчик в розовом. Мальчик в розовом. Да. Иди сюда. Ну что ж, вы прошли успешно первый тур. У нас никто не выбыл. Поэтому мы объявляем второй. Но перед этим давайте посмотрим на ваши лица. Снимите, пожалуйста, балаклавы. Да. Мама, я в телеке. Все снимают балаклавы. Все снимают. Короче, капец. Смотрим правила второго тура. Погнали. Участники снова по очереди крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать в течение 5 секунд. Если участник отказывается от поцелуя, то он должен будет снять один элемент одежды, чтобы пройти в следующий тур. Если участник отказывается делать и то, и другое, то он вылетает. Ну что, ребят, если в первом туре вы могли отделаться очень легко, то здесь вам придется целоваться по 5 секунд, либо раздеваться. Кто ты хочешь, чтобы начинал? Ну-ка. Опа, ну-ка. Чем ты насолил Карине? Ну давай, крути. Или он тебе просто понравился? Нет. Крути еще раз. Вам нужно поцеловаться 5 секунд. Либо, если ты не хочешь, ты можешь снять один элемент одежды. Да, ты можешь снять. Нет, все, поцелуй.
Ёлки, просто... Поцеловаться или поцеловаться? 5 секунд. 5 секунд, просто поцелуй. Хорошо, все, он хочет раздеться, он хочет снять элемент одежды. Давай. Давай. Снимай. Хочет раздеться. Какие скучные мальчики пошли. Смотрите-ка. Итак, ну что ж. Продолжаем. Пам-пам-пам-пам-пам. Целуйтесь. 5 секунд, давайте. 3, 4, давайте. Раз, 2, 3, 4, 5. Вот это было, вот это было прекрасно. Было круто. Согласись? Да. Да, было клево. Папа, я не пей, папа. Это было круто. Не-не-не-не-не. Взлетит, надеюсь, и улетит просто. Ну нет, ну. Отработал карму, а теперь возвращайся, братик. Давай. Целуешь или раздеваешься? Я элемент одежды лучше сниму, ребята, вы что? Целуешь или раздеваешься? А, он снимает. Еще лучше, я даже не раздеваюсь. Снимай, раздевайся. Почему? Он... Нет, ты крутил, да. Ты крутил. Не получилось! Будешь потом в футболке сидеть? Снимай. И ты тоже снимай, раз отказываешься его целовать. Снимай, раз отказываешься целовать. Девочки, я ради вас стараюсь, между прочим. Можно оценить и поставить лайк? Раздеваю тут парней. Отписку сразу. Да, это обязательно. Колокольчик. Поставить лайк? Да. Ну кто приходит в футболках под толстовками? Ужас. Я не давала. Зима уже подготовилась. Ну, более-менее. Ну, она крутила, поэтому она целовала. Все, ну, честно. Да. Ну да, продолжаем. Нет. Они уже целовались или мне кажется? А, стоп. Вы уже целовались или мне кажется? Ну все, тогда давайте сразу. Все. Что ты, блядь? Ты че, блядь? Раз. 2, 3, 4, 5. Кажется, они увлеклись. Если мы продолжили считать, мне кажется, мы продолжили целоваться. Да. У меня мурашки по коже. Мне тоже. Продолжаем. Продолжаем. Ульян, крути. Здрасте, накаляются. Ой, на чуть сойдет, как я, пацанами. Так, ну-ка. Не, чуваки, нет. Да, добрый. Прям мальчик. Смотрите, вы офигел уже достаточно. Молодец, продолжай. Либо целуешь, либо снимай элемент одежды. Ульяна, что ты делаешь? Сними просто лифчик, действительно. 10 секунд. Кажется... Кажется, градус накаляется. Хорошо. Она сняла футболку. Продолжаем. Хорошо. Погнали. Далее. Крути. Я одиноки! Опять я. Но это судьба. Ульяна? Да. Все. Блин. Чуваки, сосуньте. Чувак, у тебя девушка. Продолжаем. Да, с пацанами. Во имя девушки. Вау, тебе так идет больше. Водолазки идут. Ты хочешь штаны еще снять? Ну ладно, я тут уже готов. Не то, чтобы мы очень против, да ладно. Все, я крутись. Не я. И он. 5 секунд, целуемся. Да. Такая же, как хищник. Все, мы скорее уже ложимся просто, знаете. Это было жестко. Раз, два, три... 4, 5. Красота! Мне очень нравится, молодцы.
Вот сейчас узнаем. Итак. Не, суки вы. Все, целуйтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Вы же мои умнички. Продолжаем. Спасибо, ребята. Чуваки, давай, Никита, крути. Я не плачу. Я не плачу, это просто слезы. Сейчас поплакал я и забыл. Я не плачу, это просто слезы. Ты подвязал. А, вы целуетесь или ты снимаешь элемент одежды? Нет. Давай, хорошо, не двигайся. Нет, пожалуйста. Ну, если нет, то значит ты выгибаешься. А если она отказывает, то бывает, то все. Ульяна, дай мне руку. Хочешь, я тоже возьму тебя за руку? Хочешь, возьму тебя за руку? Все, давайте. Раз, два. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Было. Хорошо. Что я могу сказать? У вас 10 как было, так и осталось. Они все, получается, переходят в третий тур? В третий тур. Я в шоке. Ребят, вы понимаете, да, насколько капец, что когда мы снимали первый выпуск, покинули практически половину, да, участников, да, выпало. Да, да, да. А сейчас остались все. И я обратила внимание на то, что сейчас вот именно команда, которая во втором выпуске, вот то, что мы сейчас снимаем, гораздо, нет, смелее, смелее, реально смелее. Поэтому мы с Лианой объявляем третий тур. Смотрим правила. Также по очереди участники крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать в течение 10 секунд. Если участник отказывается от поцелуя, то он должен выполнить жесткое задание, чтобы выиграть. Ну что же, ребятки, так как вы уже наверняка засиделись, вам нужно поменяться местами. Взбодриться. Поэтому прошу вас взбодриться быстренько, поменяться местами, кто куда хочет, потом мы уже посмотрим. Ну что, ребята перемешались? Крутите бутылочку. Кто-то хочет, чтобы начинал? Я хочу, чтобы начинала та прекрасная девица, которая сняла футболочку себя. И сидит сейчас подушкой. Давай, давай, мы подготовили вообще трэшовые для вас задания. Ребята, имейте в виду, что задание трэш. Лучше выбрать поцелуй. Поцеловаться, да. Целоваться вы должны... 10 секунд. 10 секунд. В этом раунде нормально, по-взрослому, без поблажек. Это явно мальчик. Да, это явно мальчик. Ну, вообще без, мне кажется, вообще без вопросов. Задание? Ну что, я прочту первое? Давай, да. Давай. Итак. Оу, поковыряйся в ухе участника слева и оближи палец. Просто из. И оближи палец. Облизать палец серый, Ты уверена, что это изи? Надо посмотреть. Не, ну это как... Слушайте, по вашему мнению, это круче? Давай, давай. Боже мой, какого ужаса случилось. Можно давай. Я тебя забью. Облизать, нормально. Смачненько. Ой, какой кошмар. Какой кошмар. Хорошо, крутите дальше. Ладно, дальше. Я бы не хотела облизывать палец из чего-то уха. Я бы уже поцеловалась. Итак. Задание? Задание? Оближи лоб всем участникам. Итак, самый недовольный участник среди всех, мне кажется. Сидящих. Моя тоналка, я что, для тебя шутка, да? Для меня тоналка, это очень странно. Хорошо, крути дальше. Причем, ребят, пока крутят, хочу отметить, что очень огромное количество ребят в этом выпуске, то есть почти все соглашаются выполнять задание. То есть если сравнивать с первым выпуском, да, как я уже говорила. Да, в первом много ребят уходили. Уходили просто, как бы я не буду это выполнять. На кого выпала бутылочка? Ну что? Целуешься или выполняешь задание? Я выполняю задание. Все выбирают хорошо. Задание. Давай все почитаем. Выбирают задание. Держ... Жестко. Хорошо. Сними зубами носки с игрока слева.
такое? Не учите, блядь, никого. Там, блядь, за них хорошо все. Это наш прилыб. Просто надо делать. Я буду первым игроком, который выйдет. Простите, что я радуюсь, просто это клево. Это первый раз за игру. Офигеть, нонсенс. Первый игрок, который покинул шоу. Откидываем. Знали бы вы, как сложно организовать 10 человек. Видите, прямо сейчас сложно. Я уже голос сорвала, мне кажется, Карина тоже. Я стараюсь не орать в основном, чтобы не сорвать опять же. Карина молодец. Ну что, крутим? Так, а какие вы умнички? Дамы и господа, Марк и... Ну, у нас два очень целующихся человека. Они себя отлично зарекомендовали. Будете целоваться? 10 секунд. Посчитаем до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Отлично, хорошо. Целуются они ловко мне. Ну, давай. Продолжаем. Крути. Сейчас все тихо, мы просто летим. По-любому на мальчика, вот ему всегда везет. Да-да-да. Это она. Ну хули распалась. Пау-пау. 4-10. Давай 10. Отпишись от всех, на кого подписан в Инстаграм, и сообщи в сторис, что тебе не нравится контент, который был у людей в твоих подписках. Ну типа, блин, меня достала своя лента. Вы все неинтересные, и от всех отпишись. Сначала отпишешься, потом скажешь. У меня 536. Короче, ребят, произошла реально такая ситуация серьезная, потому что я смотрю свои подписки, не понимаю, как можно вкладывать такое говно, я от вас от всех отписываюсь. Простите меня и не обижайтесь. Все отлично. Продолжаем дальше. Оба-на. Целуйтесь или задание? А кто с кем? Я все пропустила. Без языка я. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Такой обзор был. Прям красота. Столько искр. Искрути. Вот всегда пытается вас обмануть. Я? Он. Итак. Да, это ты. Ты. Диса, пожалуйста, дети, я тебя умоляю. Я не хочу с тобой целоваться. Ты не в моем вкусе. Мне кажется, он точно выберет 10, если честно. Чё? Давай, что ты делай 10. Ты отказываешься, что ли? Если ты отказываешься, ты улетаешь. Ну, вообще, я могу заблефовать, сказать, что я тоже хочу, и он тогда переходит. Знаешь, как? Попробуй. Мне кажется, он правда блефует. Давай. Все? Вы не целуетесь? Тогда нам придется попрощаться с обоими участниками. Нет. Чего? Увы. Все. Далее. Пока-пока. Давай. Карина. Все, быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очень круто. Очень круто. Супер. Карина, крути. Кого тебе нужно целовать? Итак, я вытягиваю задание. Давай, Кариночка. Я надеюсь, что будет что-то жесткое, то он тебя может расслабиться. Я моей тезке. Оближи левую и правую пятку участнику слева. Нет, оближи, не лизни, оближи. Да, то есть ты берешь пятку и такая... Мяу. Вот так. Ты не будешь? Пока, Кариночка. Пока всех обнимем. Итак. 3 на 3. Да, 3 на 3. Ну что, крутим. Все по-человечески.
целится, что-то там стоит руками, уже нагадал, ну, наверное. Это судьба. Это судьба. Это судьба. Итак, задание прошу не поцелуй. Вас. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Молодцы, молодцы, молодцы. Это было очень страстно, сексуально и красиво. Поэтому мы продолжаем. Ребят, так как у вас осталось всего 6 человек, сейчас мы будем просто крутить бутылочку. Либо вы целуетесь, либо вы вылетаете. Погнали, Ульяна, крути. Ну-ка. Что там, что там? Все, либо вы целуетесь, либо ты вылетаешь, Ульяна. Оба. Нет, Ульяна. Почему? Почему я? Ну, если он согласен ее целовать, ну, целуйтесь тогда. А, ну все, так нет, а он против. Почему ты против? Потому что я девушка. Ты против? Ну, тогда придется вам вылетать обоим, Ульяна, если он отказывается нет, целоваться. Стоп. Че, Гел, ты ее подставляешь, да? Это нет. Ладно, давайте оставим Ульяну. Раз она согласна целоваться, мы попрощаемся с нашим участником. Не приходите на шоу «Бутылочка», если у вас есть вторые половинки. Это нелогично. Я согласна. Продолжаем. Какой у нас маленький круг. Итак. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Целуетесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Окей. Далее. А я не зря вас называю Лизби-Фризби. Продолжаем. Так у нас меньше стало. А все, меньше людей. Все быстрее. Да, она глупенькая просто. Ну ничего, страшного. Офигеть. Ну что, девочки? Две Ульяны. Я загадаю желание, друзья. Ой, ничего себе, слушайте, какой же кажется концовка выпуска. Трэш. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Большой ломбардий. Это капец. Спасибо. Вы молодцы. Вы молодцы, девочки. Все, давайте, целуйтесь. Давай. Целуйтесь, целуйтесь. Ну, давайте, 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 быстро. Я не люблю, давайте, 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 быстро, целуйтесь. Быстро, быстро, быстро. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, молодцы, что я могу сказать? Давай, да, еще раз. Как переживают все. Все волнуются. Господи. Опять крути. Какая интрига. Ну все. Получается, итоги таковы. Либо вы целуетесь, либо вы вылетаете. Целуйтесь, мальчики. Получится уже не злиться вот так. Ну все, тут как бы очевидно или не очевидно. Целуетесь или вылетаете? Давайте. Нет, ну нет. Сейчас, сейчас, секунду, подождите, дайте мне обдумать. Давайте. А что такого? Что, в чем проблема поцеловать мальчика? Да, я тоже не понимаю. Или девочку. В чем проблема вообще кого-то поцеловать? Да, ну, 5, не 10. Да 5 секунд но целуйтесь. Давайте уже целоваться-то. Целуйтесь уже. Как, можно, как нормально, как выглядит поцелуй. Как с девочкой как парни целуются. Блядь, Никит, котик, блядь, уже поцелуй. Все, давайте, давайте, давайте. Давайте, быстро, все, 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Быстро, камеру. Андрей такое на камеру делал, ну, что вам тут вообще не быстрее. Давайте. Раз. Блин, да подождите секунду, дайте настроить, пожалуйста. Не так, это не просто реально. Все, давай. Мы тоже пойдем в маг. Мы уже были. Еще раз. Все, 10 секунд, либо вы вылетаете. Все, целуй, целуй, давай. 10 секунд. Хорошо. 5 секунд. Все, давай, давай, давай. 5 секунд сосаться. Я не буду, я не буду. Просто касаться, это легче. В этом ничего такого нету.
Нет, целуйтесь, целуйтесь 5 секунд. Я не могу. Я в вас верю, зато вы пройдете и выиграете, вы будете клевыми. Да, поехали. Я буду целовать. Что вы в итоге выбрали, вы целуетесь или нет? Нет. Все. Но мы вставим, как вы полчаса пытались поцеловаться. Да, у вас выпуск не такой долгий, давай так. Ребят, раз отказываетесь целоваться, то что? То покидаете. То покидаете шоу. Прощаемся с вами, пожалуйста. Пока-пока. Пока-пока. Остались три девочки, которые целовались уже со всеми. Остались три девочки. Все три девочки победили в этом выпуске. И вам в комментариях нужно выбрать одну девочку, которая пройдет суперфинал. Вам на суд, пожалуйста, выбирайте. Да, поэтому пишите в комментариях девочку, которая вам понравилась из победителей в этом выпуске, и она попадет в суперфинал. Давай. Ссылочки на ребят я оставлю ниже в описании, обязательно подписывайтесь на них. Ну и спасибо за просмотр. Всем пока! Победитель этого выпуска проходит в суперфинал. Это выпуск шоу, в котором будут сниматься только победители и бороться за денежный приз. Если в финале останутся несколько участников, то именно вы, зрители, будете решать, кого мы увидим в суперфинале. Вы можете прямо сейчас повлиять на судьбу участников и определить, кто из них был самым ярким и смелым. Голосуйте внизу в закрепленном комментарии. В следующем выпуске мы узнаем, кто из ребят проходит суперфинал и получит возможность побороться за денежный приз.